Люди добрые, вот как объяснить, что спиритуал православной церкви католицизма и мусульманизма идет испокон веков от Иисуса Христа, DNA, и она движется. Это единственное DNA, которое в состоянии спасти от проклятий и так далее. И получается, года не уходят, а идут с первого века. Правильно? Вот если бы мы брали бы Советского Союза суд, то мой суд бы начинался, допустим, с царской России или Советского Союза, это с Ли Ивановной, с 1933 года. И тогда Калифорния бы выиграла чем? То, что у них моя бабушка Юлия Ивановна, 1932 года, на год раньше. Но здесь идет 1833 год. По царской линии, вот, и их три точки на земле. Но это еще не все, эти все три точки сходятся как змей воздушный, как в Узбекистане, на Израиле. Это первый век рождения Иисуса Христа Дины. Вот, и получается, суд идет какой? Вот сейчас мы начнем судиться насчет Найн-11 и всего остального, насчет разбившихся самолетов и так далее. Я должен был выбирать судью, адвоката, присяжных и так далее, потому что у меня по времени исчислению все-таки 2000 с чем-то лет. Потому что вы с меня не снимаете кое-что. И происходит геноцид надо мной. Я в суд не пойду, потому что это бесполезно. Но просто знайте, что мое слово это последнее на этом суде. Я вас приговариваю к смертной казни всех до единого.